Я вас приветствую из родового поместья Рахмановых. И сегодня по многочисленной просьбе моей жены, которая сейчас учится на кависта и работает в новом магазине Мильстрима, немножко расскажу о вине Рислинг. Это вино, произошедшее из Германии. Еще на заре там 14-15 веков начали выращивать этот виноград, белый виноград. Вот. Почему она попросила меня рассказать? Потому что я в свое время после мореходки попал в Севастополь. И у нас, представьте себе, у мужчин, да вообще, в принципе, в Севастополе было очень распространено такое вино. Называли мы его кисляком, потому что там на самом деле в народе его называют кисляком. Рислинг, да? Он такой с кислинкой, отдает кислинкой. Вот в Крыму его начали выращивать еще лет 150 назад. И он получил очень большую популярность. Севастопольский завод Инкерман и... Не помню, еще там несколько заводов еще производят его. Вот, что это за вино? Оно белое, сухое, бывает полусухое. В принципе, их разновидностей очень много, в зависимости от того, где он выращен, при каких условиях, сами понимаете. Все зависит от того, насколько, скажем так, совпало солнце, вода, температура и время сбора. Но, естественно, еще и производство его, да, там, насколько правильно. Вот сейчас я буду наливать его. Вот. И так совпало, что для дегустации она принесла, Вика, именно этот рислинг. Я вспомнил вдруг о нем, попробовал. Рислинг Семильон плюс еще. Рислинг Семильон, все правильно, спасибо. И не поверите, я сразу вспомнил свои молодые годы. Потому что, когда у нас выпадали отгулы, выходные, и мы стояли возле пирса на берегу, спасибо. Мы брали их по несколько бутылок, они стоили очень недорого, и с собой на пляж. Там на пляже, в принципе, их можно было купить даже из бочек. Их там торговали на разлив. Вот такое, знаете, всемирно народное. В принципе, его производят, это вино выращивают во многих странах мира. Но в основном это, конечно, Германия. Там очень большие площади. Белое более сухое вино. 20 тысяч гектаров площадей отданы под рислинг Германия. У нас, конечно же, поменьше. Сорт винограда завезен с Германии. Да. Еще 150 лет назад. Я уже сказал об этом, Виктория. Вот, и эта компания, Мильстрим, правильно очень сделала, что вот эта новинка. Краснодарский край, Темрюкский район, да, Таманский полуостров. И выпускать. Нам не нужно гоняться за чужими винами, хотя тут, конечно, как говорится, не запретишь, но стоит уделить внимание и нашим винам. Они очень недорогие, и это не означает, что они плохие, очень натуральные. Вот, конечно же, просто сегодня мы рассказываем о рислинге. Для чего? Какое время лучше пить, да? Это вино с кислинкой очень здорово сочетается с рыбными блюдами. Можно и с мясными, с молодыми, как говорят, поросятами, да? Но нам нравилось, почему? Почему мы, лучше молодые ребята... Лучше запеченная свинина в духовке. Сейчас, секундочку, не перебивайте, пожалуйста, старших, а то сейчас ложку возьмем большую. Значит, почему мы, молодые ребята, брали с собой на пляж это вино? Потому что в жару некоторые привыкли пить пиво. Но мы предпочитали именно вино рислинг, потому что вот эта кислинка, она давала возможность утолять жажду. То есть все то, что вы в жару там, да, мы там играли в волейбол, активно вели, как называется, отдых. Вот. И поэтому вот это вино очень здорово нам утоляло жажду. Поэтому вам рекомендуем это вино не только тогда, когда вы решите вкусно покушать, но и во время активных каких-то там мероприятий. Пусть это будет не пляж, пусть это будет работа даже на участке и так далее. Очень полезно. Спасибо, Виктория, моя супруга, что вот дала возможность вспомнить мою молодость. Будьте здоровы! Прекрасная ассоциация действительно с отдыхом на Черноморье. Реально, да? Великолепно. Вкус золотистого цвета, сухое белое вино, вкус... Цитрусовый немножко, да, минеральный, потому что так вот прям минерализация существует, видите, вино, бокал. Урожай 21 года. Что самое интересное, качество действительно достойное и цена доступная. Достойная и цена доступная. От 270 рублей, в принципе, можно найти за бутылку. Данный это Рислинг резерв. Данный резерв стоит... 12 месяцев выдерживали в бочке нержавеющей, потом в бутылках 3 месяца и попала на прилавки сети Мильстрим.
250 магазинов по всей России. Вы можете найти рядом. 599 рублей. Или 549, или 599 рублей. За настоящее качество. Ты уже за рислинг за 200 рублей нигде не найдешь. Наверное, ты перепутал 20-летней давности время. Давно ты что-то не пил рислинг в Крыму. Ну, я же говорю, что давно. Приятного аппетита. Спасибо. А вам вкусной дегустации. Ищите наши вина и напитки. Магазин в сети. В 15-го года он очень хорошо и широко сейчас открывает новые магазины. Рекомендуем. Гордость России.